Доброе утро, Ксюша. Доброе утро всем. С чего, как не с кофе, начинать сегодняшнее утро? Ведь на улице такая настоящая прохладная осень. Сейчас, по ощущениям, где-то градусов 8-9 тепла. Всего 8-9 градусов тепла. Термометр, я думаю, показывает примерно так же, но максимально. Сегодня воздух прогреется до плюс 12 градусов. Ну и учитывая, что местами дует северо-западный ветер, скорость 2-3 метра в секунду, то действительно на улице немножко промозгло. Я вот вроде и старался одеваться тепло, но все равно как-то подмерзаю. Поэтому не совершайте моих ошибок. Выпейте с утра, во-первых, кофе или чай, согрейтесь. Ну и выходите в верхней одежде, одевайтесь как-то потеплее. Что касается осадков, то возможно сегодня дожди, синоптики обещают где-то после полудня. Вероятность, правда, небольшая, всего 20-10 градусов тепла. Но на всякий случай захватите с собой зонтик, кто его знает. Пермяки вот так вот, смотрю, вроде бы одеты по погоде все. Кто-то вот даже в шапках ходит. Ну что ж, такая вот у нас сегодня погода. Увидимся уже в следующем выпуске, поговорим снова о погоде. Удачного вам дня, еще раз доброго утра!